две буквы «Г» и три пятерки в серийном номере у банкноты 5000 тенге, который лежит на байковой поверхности 5 февраля. Причем две пятерки, первая и вторая, входят в состав зеркальной цифры 525, а третья пятерка сильно на отшибе, да? В самом конце серийного номера. Пятерка вообще это число духовной власти. Энергетика духовной власти усиливается 2,5 раза за счет участия двух пятерок в зеркальной цифре. Ну, две буквы «Г», конечно, тоже интересно, но в остальном...